Вот этому цветочку примерно час времени. Я его не убирала в холодильник, прямо взяла с подложечки. То есть он хорошо держит форму, я его взяла. Видите, чистенько осталось все. Поэтому вы легко переложите цветы, которые вы сделали, уже со стола на торт, естественно. Вот. И это хорошо, даже если вы их не будете охлаждать сильно, чтобы вы могли немножко форму им придать, поджать друг дружку, да, цветочки. Вот, посмотрите, какие они классные, они невероятные, они как живые. Так хочется даже понюхать их. Ой, а пахнуть это будет либо ванилькой, либо клубничкой. В общем, что вы, как вы захотите, так и будут пахнуть. Живые, прям живые лепесточки, живые цветочки. И внутри они как пудинг.